На трибунах преданные фанаты встречают свою команду. Табриз вместе с другими игроками готовится к предстоящему матчу. На этот раз на центральном стадионе Одинцова Брукбой сражается с ГОЦ. У Броки настрой только на победу. Очень боевой. Я не приехал, я пришел пешком, потому что живу рядом в Одинцово. Просто нужно выиграть. Сегодня первое место нужно занимать. И спокойненько готовиться к 1/4 финала. С 4-го тура команды в медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которые определила жеребьевка. За плечами у ребят из Брок Бойс уже много побед. Недавно они обыграли команду Тудроц. Сегодня не только футболисты. В их составе есть прям заслуженные игроки, которые выступали на самом высоком уровне в российской премьер-лиге. Кто-то даже в сборных от своих стран. Кто-то там сейчас, по-моему, в запасе. Сборная России, сборная Армении, ребят. В общем, очень серьезная команда. Вот. Ну и будем стараться сделать так, чтобы мы сегодня победили в этом сложном матче. Настраивались на победу, она и случилась. Со счетом 1-0 Броки выиграли и забрали первое место в группе С. Дальше в планах устроить суперматч в 1/4 финала, ну и уже полуфинал на стадионе чемпионата мира в Волгограде или в Краснодаре. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».